Грация и сила. Журавли своими движениями вдохновили много культур. Танцы, представления, боевые искусства. Правда, пернатые виновники торжества свой знаменитый танец гостям не показали. В боевом искусстве ушу есть особый стиль – журавля. Но оставим ушу профессионалам. Я лучше расскажу про эту пару. Это японские журавли. Они не могут давать потомство, потому что они брат с сестрой. Но потом их разделят, познакомят с другими журавлями, и тогда, возможно, появится потомство. А вообще, журавли – одни из немногих птиц, которые в животном мире образуют пары, причем иногда на всю жизнь. На Всемирном дне журавля в Самарском зоопарке гостям рассказывают интересные факты, вместе кормят птиц, проводят викторины и конкурсы на лучшую поделку. Сам праздник появился в 2002 году, когда западные орнитологи после долгой работы спасли исчезающий вид американских журавлей. Вообще это уникальные животные, они как род, как вид журавли сформировались 40-50 миллионов лет, то есть первичные журавли динозавров застали. Птички очень редкие, например, стерхи, которых плодят у нас в Окском заповеднике, являются одними из самых редких вообще животных на планете. Вот их сотнями количество исчисляется. В Самарской области обитает два вида журавлей – серый и красавка. Они не относятся к исчезающим. Их можно увидеть в дикой природе. Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События.